к ассамблее, мы, конечно же, выбрали для Лены много. Спасибо, Андрей. Легенды? Что это? Ожившая история, которая, казалось бы, не могла происходить, которая передается через поколения, истории немыслимых побед и достижений. Истории, ой, кого это так красиво поздравляет. Стоят обычные люди, нашедшие в себе силу стремиться к своей мечте и менять под себя реальность. Однажды я познакомился с девушкой, которая выделялась из всех. Она задавала очень много вопросов. Коля. Мне поразила ее настойчивость и решительность. Казалось, что для нее не существует... Это меня поздравляют. Необычная замена сразу. Еще тогда я поверил, что эта девушка добьется успеха. Одно из ее качеств – настойчивость. Желание добиться цели, несмотря ни на какие обстоятельства, а еще внутренняя сила духа и уверенность в правильности своего выбора. Это но Коля, да, Коля говорит. Откуда в ней такая особенная сила? А я знаю, это потому, что она не одна. Рядом с ней всегда есть он. Всегда вместе рука об руку, всегда смотрящие в одном направлении. Олицетворение гармонии во всем. Решительный, смелый, неутомимый, при этом заботливый, бесконечно щедрый. Их внутренний свет притягивает и зажигает. Им стремятся. За ними идут, им верят. И верят в них. Обалдеть, боже мой, как здорово! Антон, мы ждем вас на этой сцене. Новые, старшие национальные директора компании «Сапоги». Встречайте Курновы! Девочки, мы тоже здесь любим. Это наши любимые наставники Анны и Антон Курновы. Для поздравительного слова я приглашаю на эту сцену. Гордимся им. Елену Кайде. Дорогие Аня и Антон, я хочу сказать, что ваши результаты всех вдохновляют, всех удивляют. И я знаю, что старший национальный для вас уже давным-давно позади, что вы уже впереди думаете о других высотах. И я знаю, что, и наверняка вы уже видели, да, этот пост в интернете, что в 15-м периоде они открыли новый статус старшего международного директора. Я хочу вам сказать, что это впервые Faberlic. Поэтому да, такого звания еще никто не достигал, да, компания Faberlic. Потому что это первый инцидент, когда у нас появился первый старший международный. Поэтому сейчас, наверное, мы не эту победу на этой сцене подтверждаем, а ваш будущий старт, чтобы вы первыми в истории Faberlic сделали эту квалификацию. Я вам это желаю от всей души. Они лучшие, девочки. Давайте стремиться и стараться тоже. Будем идти вместе за ними. Только вперед. Они живой пример для нас, лучшие наставники наши.